Я благодарю вас за то, что вы посещаете сегодня Минск. Я только сказал, что я принимаю здесь самых важных и близких друзей в рабочем кабинете. Я хотел, чтобы вы побывали здесь. Главное, что мы имеем возможность с вами в очередной раз вернуться к нашим переговорам, к обсуждению наших отношений Беларуси и Сербии. Мы констатировали совсем недавно, встречаясь, что они находятся на самом высоком уровне. Думаю, нам надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли, больше экономики, чтобы был фундамент, крепкий фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул. Хочу в очередной раз заявить вам, господин президент, что Сербия – это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Для меня лично вы знаете, что такое Сербия. И я благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично. Мы это очень ценим. И поверьте, это все будет на пользу нашим отношениям в будущем. Прежде всего, большое спасибо за очень теплый прием, за ваше гостеприимство. Вы сказали, что Сербия очень близкая страна для Белоруссии. И я могу сказать, что Белоруссия для нас это не только дружеская страна, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим все, что вы делаете, господин президент, вы лично. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово. Вы все правильно сказали по поводу наших отношений. Нам надо усилить наши экономическое отношение, наши торговые связи. И надеюсь, что ваш следующий визит в Белград, в Сербию, имеет большое значение для нас и для нашего сотрудничества в будущем.